Всем зрителям канала Уральского усадьбы привет. Сегодня у нас 20 апреля, 2018 год. Начинаем строить теплицу Митлайдер. Шириной чуть меньше 4 метров, длиной 7 метров. Пока что выгрузились, разложились. Приступаем к работе. Ставили брус. Начали строить каркас. Каркас имеет высоту в коньке под 3,5 метра. Что-то высоко, конечно. Сейчас будем ставить торец, крепить к брусу. Каркас готов. Установили, закрепили, выровняли по уровню. Сейчас будем поликарбонатом. Начнем со стен. Начали крыть теплицу поликарбонатом. Покрыта одна стена, покрыта половинка крыши, нижняя, которая немножко видно сквозь дверь. Сейчас будем устанавливать рамки для верхних фрамуг и крыть вторую половинку. Параллельно будет закрываться вторая стена. В данный момент производим установку верхних фрамуг, точнее сначала прикручиваем рамки, после этого будем на шарнирах навешивать уже фрамуги. Параллельно начали зашивать заднюю стенку, дальнюю поликарбонатом. Установили мы поликарбонат на оставшуюся часть крыши. Также готовы у нас фрамуги стеновые. Сейчас мы посмотрим в конце. Сейчас вот видно. Сейчас монтируются верхние фрамуги. Тут ставится конек. И двери у нас еще. Подошел к концу монтаж. Напоминаю, строили мы теплицу Митлайдер шириной 3 метра 55 сантиметров, длиной 7 метров. Высота в коньке 3,5 метра. По торцам у нас установлены цельные двери. Сама конструкция стоит на брусе. Брус 100 на 100. Пропитан антисептиком. Каркас теплицы сделан. Несущая часть арки из трубы 40 на 40, все заполнение 40 на 20. Связи, они же прогоны из трубы 20 на 20. Все железо у нас оцинкованное, покрашено сверху полимеропорошком способом. Брус закреплен к бетонному основанию с помощью уголков. Верхние фрамуги у нас оборудованы термоприводами, 3 штуки. Одна фрамуга, которая крайняя, метровая, она с ручным управлением. Также у нас есть стеновые форточки в количестве 6 штук, 2 из которых также оборудованы термоприводом. С ручным управлением. Термоприводы пока, так скажем, деактивированы, пока закрыты все на шпингалет, потому что прохладно еще, пока они не подключены. Вторая дверь тоже цельная, поликарбонат 4 миллиметра,
0,8 плотность. Теплица получилась очень высокая. Вот, нереально просто. Плюс высокий фундамент по уровню выставляли его. Торцы у поликарбоната защищены торцевым профилем. Посмотрим на нее. Супер размер, конечно, такой дом практически по высоте получился. Вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!